Сегодня открылся 5-й фестиваль науки, ставший уже традиционным. Фестиваль науки – это открытая площадка, где студенты, школьники, молодые ученые в свободном режиме обмениваются своими достижениями научными, теоретическими, практическими знаниями. Здесь они заводят новых друзей, смотрят, что делается в области технических, прикладных, гуманитарных наук у нас в республике. Чем интересуются, чем занимаются, чем живут и дышат молодежь нашей республики. Такой формат общения раскрепощает ребят, дает возможность завести новых друзей, получить необходимый навык, опыт общения, расширить свой кругозор. Именно такая свободная, непринужденная обстановка способствует творчеству и достижению новых результатов. Я надеюсь, что фестивали будут продолжаться дальше и, как всегда, будут пользоваться большим интересом у нашей молодежи. Здравствуйте, я Романов Роман Романович, студент Луганского колледжа строительства, экономики и права, и хочу представить вам свой проект «Разработку робота-пылесоса». Робот-пылесос выполнен на базе Arduino Nano, управляется при помощи приложения на смартфоне. Сейчас я вам продемонстрирую работу. То есть робот запускается и едет в случайную сторону на угол от 30 до 180 градусов. Управляется через приложение. Сейчас я его подключу. Вот так выглядит интерфейс программы. Есть три режима работы. Первый по стандарту – это уборка случайная, автономная работа. Второй – это режим – это управление радиоуправления через джойстик. А третий режим – это уборка на месте, круговая уборка. Корпус разработан в среде, онлайн-среде 3D-моделирования Tinkercad. Выполнен из PLA пластика, полностью схема вся сделана самостоятельно. То есть не скачана с интернета, а все сделано вручную, скажем так. Используется турбина для всасывания мусора. Извлекается фотоконтейнер, то есть здесь скапливается весь мусор. Собрали робот-бармен, который наливает напиток, который заранее заправлен, заводится через трубочку. Здесь присутствует регулятор объема наливаемой жидкости. Нажимаем на кнопку, и он заливает во все рюмки. Также у нас присутствует автоматический режим, который сам определяет, когда ставится рюмка, и сам заливает в нее. Данный робот запрограммирован на Arduino и работает от розетки на 220 вольт. Может также работать от пауэрбанка. Мы представляем проект системы управления дистанционной механической рукой,
которая выполнена на кафедре автоматизации и компьютерной тыриевой технологии студентами нашей кафедры под руководством Воронова Артура Эдуардовича. Эта система уникальна тем, что она базируется на современных микроконтроллерах. Она легко расширяемая и масштабируемая. На базе микроконтроллера построена система из сервоприводов, которые снабжены механической системой, которая моделирует работу фактически руки человека либо же оператора. Также возможно дистанционное управление с помощью специализированного пульта, либо же эмулирование работы с помощью перчатки. Таким образом, система была полностью реализована студентами с использованием современной аппаратуры на базе нашей кафедры.